Казачий атаман Ермак Тимофеевич родился, предположительно, в 1532 году. А в 1579 году уральские купцы Строгановы приглашают Ермака с дружиной для защиты своих поселений от хана Кучума. Осенью следующего года дружина Ермака выступила в поход за Камень, так раньше назывались Уральские горы. Казаки поднялись по реке Часовой до Сибирского Волока, а там перетащили свои струги на руках в реку Тагил, на которой устроили зимовку. В следующем году Ермак вступил в Сибирь. Казаки нанесли удар войскам Кучума на реке Вагае, и летом 1583 года Ермак захватил татарские поселения и улусы по реке Иртыш и Об. После завоевания атаман прислал царю московскому посольство и поклонился ему землей сибирской, прося прислать ему в помощь стрельцов и порох, чтобы удержать царство сибирское. В 1585 году Ермак погиб во время битвы в устье реки Вагай. По одной из версий, он пытался добраться до струга вплавь, но кольчуга утянула его на дно.